У нас вот кто-то спрашивал из подписчиков, работает наш тандыр или нет, и как это все работает. Вот теперь мы вам показываем. Посмотрите, я тут приготовила, сделала заготовку на специальное такое для тандыра. Борщ я сделала. Немножко картошка еще не готова, не доварена. Сейчас сделаем всякие-всякие, и колбаски, и мясо, и все такое. Вот нанизано все уже теперь. Это вы рецепт шашлыка, поэтому каждый делайте как хотите. Да, вот. И мы вот так вот это делаем, нанизываем все. Такая этажерка у нас. И вот так это все одевается. И вот этот сок, он весь будет стекать в борщ. Или там мы уже плов так делали, и картошку, и всякие вещи. Получается очень вкусно. Ну, сегодня мы решили сделать борщ. Вот разные тут у нас такие эти шампура, и мы сделали и грибы, и тут у нас, видите, шампиньоны есть, и перчики, и лук, и мясо. И вот тут внизу мы делаем обычно картошку, чтобы мясо не съезжало так сильно, да. Вот тандыр у нас нагретый теперь. Сейчас я покажу, на сколько градусов. И это все поставим. И минут на 15, наверное, или на сколько, посмотрим. Вот сюда вылазит очень много, несмотря на то, что эта этажерка маленькая, много получается мяса. Килограмм 4 точно влазит. Вот смотрите, термометр тут показывает, уже нагрелось до 400 градусов. Смотрите, как оно внутри выглядит, видите? Сейчас мы остудим тандыр до 300 градусов примерно. Вот сейчас муж поставит. Вот такие вот специальные сделаны шлицы, как сказать, выемки такие для этажерки. Смотрите, как это все получается. Вот так это все входит в этот тандыр. То накрывает. И теперь будем ждать. Минут 15 подождем, посмотрим. Вот смотрите, какая вкуснятина получается. Тут и картошечка у нас, и все-все-все. Смотрите, ребят, такая вкуснятина получилась. То есть вот мы... Это свиное мясо было с грибами, с перцем, с картошкой, с луком. Вот это, видите, мы все отдельно сняли. Это как будто отдельное блюдо получается. Вот если немного человек в гости приходит, это очень удобно. Вот теперь там еще курица у нас есть, ляжки куриные и колбаски. Муж еще немножко поставил их в тандыр. Сейчас минут 5, и потом мы вытащим их. У нас есть еще вот такая этажерка, специально для булочек или для хлеба, или для чего. Так, вот смотрите, теперь у нас колбаски готовы уже тоже. Тоже снимаем. Курочку мы еще хотим на 5 минут или на сколько? На 3 минуты, может, поставить, чтобы они просто поджарились, ляжки куриные. И борщ, посмотрите, какой жирненький стал. Классно. Вот теперь наши курочки тоже готовы. Смотрите, сейчас я отойду. Что-то свет падает плохо. Вот так, наверное, лучше будет. Вот смотрите, теперь наши курочки тоже готовы. Ляжки куриные. Сейчас муж будет снимать. И борщ, естественно, тоже готов. Поставили теперь уже булочки тоже в тандыр. Что я вам показывала, и хлеб. И вот надо будет минут 15. Будем смотреть. Посматривать, что там будет. Вот смотрите, у нас в одном тандыре сейчас получился борщ, курочки, колбаски и свиное мясо с овощами. Еще их булочки, да? Отлично же, вот. Видите, что это неплохо. Вот, ребятки, смотрите. Вот так вот мы спекли, что я вам показывала, булочки. Вот теперь они готовы. Они примерно постояли у нас минут 15-20. Ну, нужно заглядывать, смотреть, чтобы они были готовы. Вот это очень вкусный хлеб. К борщу, например, вообще обалдел. Вот это я сделала сладкие булочки. Это самоделочной сгущенкой. Это просто булочки.